Робототехника, шахматы и студия видеосъемки. В педагогическом технопарке «Кванториум» любой найдет занятие по душе. Прокачивать навыки и пополнять багаж знаний можно не только во время занятий, но и после пар. Перспектив для развития тут много. И технические, и естественные, и творческие направления. Эта площадка новая, технологичная, в ногу со временем, современная. Наш педагогический технопарк состоит из нескольких квантумов. Это технологический квантум, где школьники, студенты занимаются робототехникой, 3D-моделированием, программированием. Все, что связано с техническими дисциплинами, математика. Физика. Следующий квантум – это, естественно, научный квантум, направление подготовки биология, химия. Еще один квантум универсальный – это видеостудия. Здесь есть все, чтобы создавать фото и видеоконтент. Пользоваться такими благами могут студенты всех направлений. Кому-то это нужно для обучения по специальности, а кому-то пригодится, чтобы записать лекции, видеоуроки, провести научные конференции или подготовить материалы для конкурсов. Прийти в видеостудию можно и после занятий, развивать студенческие медиа. Для занятий после пар есть и еще один квант, который открыли только в Ульяновске. В 2021, 2022, 2023 году на базе всех 33 педагогических вузов были открыты и будут открываться в рамках этого года педагогические технопарки «Кванториум», похожие на наши. Но в нашем технопарке есть отличительный еще один квантум – это шахматный класс, в рамках которого проходят внеурочные занятия, различные соревнования, спартакиады студентов по шахматным дисциплинам. Губернатор Алексей Русских лично оценил современный технопарк. «Кванториум» станет не только местом притяжения студентов, но и послужит площадкой для курсов повышения квалификации педагогов. Также сотрудники технопарка работают со школьниками и привлекают их к профессии педагога. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.